это если... Да, есть такое. 3-1 или 2-1. 3-1 или 2-1. Все, принято, спасибо. А вы куда стоите, собственно говоря? Как думаете, успеете? Думаю, нет. Да чуть-чуть, человек 15. И все. Можете сфоткать? Да, усилие не уменьшается. Тяжелая команда, как считаете? Ну, такая. Тяжелая, потому что от защиты играет будет. Согласен. Главное дело, первые 20 минут, если забьем, тогда пойдет уже игра веселая. Честно сказать, я впервые на Ростов-арене, я болею за ФК Ростов, но так получилось, что мне не доводилось посетить этот прекрасный стадион, я здесь впервые, и впечатления потрясающие, стадион очень крутой. А тогда немного волнительно, когда все на тебя смотрят, объявляют, приковано к тебе внимание, тем более на таком мероприятии, на футбольном матче, класс. Но не власть, я разделил, по-разному пытался разделить. Но сократили же. Слушай, я подошел к представителям «Динамо», так. Они мне сказали, что можно коротко, но это вызов для меня, поэтому, тем более мне пообещал 1000 рублей Стас, который в пультовой, он сказал, что если ты прочитаешь, меня касается. Но я уже наизусть знаю, серьезно, я уже прям могу, да, даже попробуем. Не читать. Хасейн Неджад, Махален Калай, Махамад Джават, вот, почти. Боевой. Почувствовал себя звездой футбола. Пойдем, пойдем поговорим. Счастливое место. Эмоции. Счастливо. Я сегодня думала только про это. Ходите, верьте и надейтесь, то, что тоже выиграете. Да, покажем. Вот он есть. Ну что, первый тайм позади, 0-0. Мысли вообще, что думаем? Мысли, мне кажется, почему-то Сукармин выпадает не на той позиции. Мне кажется, этот край получается у нас мало задействован за это. Мне кажется, Мохиби бы, ну я понимаю, что он долго на травме был, но мне кажется, он его заменит сейчас во втором тайме, намного острее пойдет атака. С краем мало у нас обострений, просто навесы, цепляние Галенкова и на этом тормозится. Ну, я только на Ростов победу смотрю. Конечно, Динамо то, что ожидалось, будет садиться глубоко на контратаках, это было понятно, предсказуемо. А нам только нужно как-то скрывать эту оборону. Да. Ребята, кавказцы. Да, как-то тяжеловато. Южане есть, южане. Но мы надежды никогда не теряем. Надеемся, что гол будет и не один. Как вы смотрите футбол не на футболе? Мы смотрим футбол вон там. Хоть раз вот выходил так? Или хоть все время? Раз за все время работы? Ну да. Один раз выходил. Серьезно? Да. Все остальное время ты находишься здесь? Да. Вдруг травма, вдруг маечку испачкают, вдруг порвут. А вы оба запасные, а Тёмочка оп и принесет.